рада вас приветствовать на своем канале «Чудесный огород». Хочу сразу извиниться за немножечко осиплый голос. Просто хочется видео выпустить своевременно, так как кому-то это возможно и пригодится, особенно начинающим цветоводам и огородникам. Начну с того, что мне очень нравится, когда мое рабочее место организовано, но, к сожалению, в условиях наших квартир очень часто у нас нет такого места, и поэтому я организовала для себя вот такую коробочку, где у меня находятся разные предметы для посева и выращивания рассады, чтобы это было удобно, очень компактно и мобильно. Вот такая у меня есть чудо-коробочка. Я не сомневаюсь, что у каждого огородника есть своя чудо-коробочка, но я сегодня вот опять хочу повториться, говорю о своей чудо-коробочке. В первую очередь здесь находятся семена. Очень удобно, все семена у меня разложены по сортам, по видам и перетянуты резиночкой. Ну, ничего в этом особенного, конечно, нет. Но меня это как бы организует. Что я хотела показать и что я использую для посева семян. Ну, во-первых, у меня, я уже снимала видео, есть вот такие деревянные палочки. Они очень удобны для посева именно мелких семян, как петунья и львиный зев. Они длинные по сравнению с зубочисткой, их удобно держать в руке, и очень удобно ими раскладывать семена, ну или другие какие-то делать манипуляции. Такие палочки, длина этих палочек 20 сантиметров, и 100 штук, по-моему, где-то я за них заплатила на наши деньги 300 тенге. Так, следующее, что я хотела показать, есть вот такие у меня всякие деревянные палочки, я даже не помню, от чего это, тоже где-то может что-то какие-то сделать углубления, отверстия небольшие. Теперь вот есть такие у меня ножики, сейчас это очень актуально, и многие садоводы, огородники используют пластиковые одноразовые ножи, и вот также я их помечаю и помечаю им рассаду. Я покупаю одноразовые пластиковые ложечки, они как идут как мерные ложечки, также возможно песок насыпать, если это немного подсыпать, допустим, растения, очень удобно, или фитоспорин. Конечно же, резинки обязательно вот для денег. Мне удобно перевязывать пакетики с семенами. Очень удобно закрывать также вот этими резиночками полиэтиленовые пакетики, вот какие-то коробочки при посеве. Обязательно у меня в моей волшебной коробочке есть маркер, но это не простой маркер, вот на дисках писать, он намного крепче держится, по крайней мере, сколько я пользовалась, это было так, чем обычный маркер. С одной стороны идет более толстая у него стержень, а с другой стороны как тоненькая ручка. Ножичках. Ручка обязательно, да, есть у меня, так как я веду садовый журнал, я записываю посевы, обязательно ручка и не одна, чтобы не бегать искать. Есть у меня вот такие ножницы, которые уже мы не пользуемся в обиходе, острые, маникюрные, ими очень удобно делать дренажные отверстия. Есть у меня пинцет, им я раскладываю семена. Также у меня в коробочке находится вот такой лейкопластырь бобина. Я его нарезаю на кусочки. Когда проращиваю семена, складываю спонжики. И на верхний спонжик я наклеиваю кусочек лейкопластыря. И пишу, допустим, да, можно написать любую вот циферку. На лейкопластыре очень хорошо писать, и никуда не девается, не теряется. И, ну, конечно, ножницы такие обычные, что-то разрезать. Очень. В коробочке у меня есть скотч, вот малярный скотч, на нем также хорошо писать. Если я пользуюсь малярным скотчем, то я потом фиксирую обычным скотчем, чтобы не потерять заметочку. И я пользуюсь еще вот такими крупными ценниками. Но их тоже, если у вас сухо, если вы поливаете как-то с поддона, да, рассаду, есть вероятность, что ценник намокнет, он или отпадет у вас, или размоется то, что вы написали. Я фиксирую
еще сверху дополнительно обычным скотчем. Следующий момент, что мне очень нравится и удобно. Я использую для хранения и пина, циркона и других стимуляторов роста. Да, вот у меня вот такие вот 2-граммовые шприцы. Очень удобно, очень практично. Во-первых, это никуда не выливается, дозировать очень хорошо. Я наклеила лейкопластырь и подписала каждый, поставила меточки на каждом шприце, что у меня есть. Также есть вот такие приспособления, это от пластилина, сына мне досталось в наследство такой ножичек, бывает тоже где-то может быть рядок сделать. Этот наборчик, наверное, всем знаком, этому наборчику сито идет, он дешевый совсем, если у кого нет, кто только начинает заниматься садоводством, огородничеством, я вам рекомендую его приобрести. Коробочки я еще храню, чтобы у меня всегда было под рукой, это удобно. Марганцовка находится, такие клипсы, тоже что-то может быть зажать. Вот все это у меня находится вот в этой одной коробочке, она абсолютно небольшая, коробочка из-под обуви. Уважаемые зрители, сейчас я вам покажу, еще у меня есть вот такой вот контейнер, здесь покрупнее находятся уже предметы, ну, как у всех цветоводов, огородников, леечка небольшая. Обязательно перчатки, можно использовать такие для посева, особенно если я работаю с эпином, с корневином. Есть просто перчатки для работы с землей. Я использую в хозяйстве для посадки вот такие баночки. В них были соусы для суши, я их, конечно, не выбросила. И вот использую очень удобно для замачивания семян. Поступает воздух достаточно, да. Вот такого объема есть. С крышечками они плотно закрываются. Кто кушает суши, тот знает эти баночки. В нашей семье есть маленькие дети, и мы часто покупаем киндеры. Я их не выбрасываю. С них прекрасные можно сделать селочки для высевания семян и можно использовать для хранения семян. У меня есть видео на эту тему, долго останавливаться не буду. Можете посмотреть, я оставлю ссылочку внизу под описанием. Также я использую не по назначению вот такой контейнер для воды от утюга. Утюг сгорел, контейнер остался. Очень удобно наливать, есть носик. Знаю, что многие садоводы этим пользуются, обычная груша медицинская. Очень хорошо поливать ей, особенно мелкие растения, мелкое сито. В таком сите я промываю песок. Деревянную ложку, она глубокая, ей очень удобно набирать землю, золу, песок. В ватных дисках очень хорошо семена замачивать. Есть у меня термометр. Термометры я покупаю каждый год новый, потому что они выходят из строя. Для того, чтобы контролировать температуру на балконе, на подоконнике. Который не стационарный, а такой мобильный термометр. Лопатка обычная для земли. Для посева я использую вот такие контейнеры пищевые. С крышечками, мне они очень нравятся. Также я использую собираемые вот такие баночки из-под сметаны. Высокие, низкие. Хочу сказать сразу, что сейчас идет очень много споров о том, экологичная тара для выращивания или не экологичная, что нужно использовать только деревянные ящики или там, ну вот. Если интересно лично мое мнение зрителям, то ко всему нужно подходить с умом. Вот, покупая вот такие горшочки в магазинах, на них не стоит никакой маркировки абсолютно. Проходили они контроль какой-то или не проходили, это неизвестно. Но все-таки в продаже нам предлагают эти контейнеры, люди покупают и пользуются ими. Поэтому я считаю, что ничего нет страшного, если мы, допустим, используем баночки из-под сметаны или тетрапаки из-под сока. Вот тетрапаки, что мне нравится, можно из одного тетрапака сделать две
емкости у меня есть видео, я тоже ссылочку оставлю под описанием. Когда я привожу растения на садовый участок, если они у меня посажены в этих баночках, я их просто потом сжигаю. С пластмассой, конечно, мы так не поступаем, мы все утилизируем в контейнер, привозим в город и утилизируем, потому что при сгорании, конечно, пластмасса очень вредна. Также использую разные коробки из-под тортов. Мне нравятся, они очень практичные, и я не знаю, я в этом ничего как вредного не вижу. Ну, естественно, всякие тазы, чашки, как у всех огородников. В ход у нас идут и литровые, и 5-литровые бутылки. По совету канала «Сад и огород круглый год» Наталья, хозяйка на этом канале, она советовала сделать вот такие пластиковые контейнеры из бутылок. Очень удобно. Вот у меня посеяна земляничка в таких контейнерах. Следовала примеру. Благодарю, Наташа, вас. Вот. И очень также практично закрыл. Особенно удобно, у кого очень сухо, земля быстро пересыхает, такие контейнеры вообще просто находка. Обрезанные бутылки я использую для посева семян. И пластиковые 5-литровые бутылки. Очень также практично делать из них большие теплички. Конечно же, как у всех, у меня есть вот такой пульверизатор для опрыскивания растений. Посевной сезон все ближе и ближе. Некоторые регионы уже активно высевают какие-то семена на рассаду. Я в этом году уже также посеяла перцы. Часть буду сеять томатов в феврале месяце, часть буду сеять в марте. На сегодня я заканчиваю свое видео. Спасибо, что вы были со мной до конца. Я желаю вам удачных посевов, здоровых растений и всего доброго. Пока-пока.